Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я очень не уверен в себе. Меня волнует, как я сижу, смотрю, говорю, что люди обо мне думают, боюсь высказывать свое мнение, конфликтовать, рассказывать что-то перед аудиторией публичных выступлений. Все время нервничаю, не знаю, как себя вести на людях. Мешает скованность, зажатость. Не могу задать вопрос преподавателю по теме. Хочу задать, но не получается. Кажется, что я растеряюсь. Неправильно что-то скажу, тяжело формулировать свои мысли, возникает мыслительный ступор из-за страха. Все время в напряжении, когда нахожусь среди одногруппников, не могу быть собой, не знаю, как избавиться от социофобии. Подскажите мне, пожалуйста, какие первые шаги нужно сделать, чтобы избавиться от этого состояния. Ну, смотрите, штука здесь следующая. Если качество вашей жизни падает из-за этого очень сильно, то имеет смысл обратиться к врачу, вот, чтобы вам диагностировали, соответственно, социофобию, да, вот, и назначили лечение, вот, и чтобы это лечение проходило, как бы, это естественно, вот. А в рамках лечения, да, вот, в рамках лечения вам назначат и, в принципе, психотерапию тоже. Вот. Ну, то есть, вот, не медикаментозную психотерапию вам назначат. А, вот, соответственно, вы будете и проходить лечение. А, психотерапевтическая, да, то есть будете заниматься психотерапией и будете проходить лечение медикаментозное. Вот. Это первый момент. А второй момент, на который можно обратить ваше внимание. Второй момент. А второй момент заключается в том, всегда ли у вас было, ну вот, то, что вы описываете. Потому что, если было всегда, нужно смотреть историю. Нужно смотреть историю вашего состояние, историю того, как ваше состояние развивалось, нужно смотреть, исследовать этот момент. Вот. Потому что нужно по возможности четко понимать с чем мы имеем дело. Вот. Я бы сейчас, наверное, не сказал бы, что мы понимаем, с чем имеем дело. Я бы сейчас не сказал бы, что, ну, мы знаем, что с вами происходит. К сожалению, потому что, ну, то, что вы описываете, это одно, да, а то, что вот на самом деле происходит, это другое, и вы можете, ну, вполне естественно, как-то заблуждаться, и это нормально. Вот. Поэтому я думаю, что, ну, для начала неплохо бы разобраться с этимологией того, что вообще с вами происходит. Это первый момент, на который хочется вам обратить внимание.
Дальше, значит, о чем можно сказать еще? Вы описываете то, что, значит, вам приходится постоянно думать о том, что о вас подумают другие люди. И постоянно вы думаете об этом. О том, что о вас подумают другие люди. И мне кажется, что думаете об этом вы совершенно не случайно. Мне кажется, что связано это в первую очередь с тем, что вы сами себе в какой-то степени куда менее интересны, чем, чем могли бы быть, да, как бы, то есть вы себе не настолько интересны, насколько вам интересны другие люди, к сожалению. Да? Ну, по факту вот, получается. По факту получается так. По сути получается так, к сожалению. И дело здесь не в социофобии, как таковой, с этой точки зрения. Дело здесь не в социофобии. А дело здесь скорее в том, что вы себе не интересны. Дело здесь в том, что вы не привыкли прислушиваться к себе, вы не привыкли слушать себя. И, соответственно, отсюда возникают, конечно же, проблемы. Поэтому два основных направления, которые, на мой взгляд, являются важнейшими. Первое направление касается того, чтобы учиться слушать себя, учиться слушать свои чувства, эмоции, свои переживания. Это первое. Второе, что нужно сделать вам, как мне кажется, это запрашивать обратную связь у других людей относительно того, например, какая вы, да, относительно того, что вы делаете. Относительно того, как вы делаете то или иное. Относительно того, что о вас думают. Ну, люди, я имею в виду, что о вас думают, да? Допустим. И так далее. То есть вот это все очень важный, как мне кажется, элемент, на которые вам необходимо обратить свое внимание. С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот. И, ну, с точки зрения вот моих, ну, в данном случае, вот, ценностей, да? Вот. Понимаете, какая штука. То есть обращать внимание вам нужно именно на эти аспекты, именно вот в такой, ну вот, в такой очередности, как мне кажется. И в дальнейшем я думаю, что вас это вполне способно привести к определенному результату. Вот, если вы, конечно, вот,
хотите реально что-то изменить в своей жизни. Вот. Поэтому начать, если прям говорить про то, с чего начать, то начал бы я с обращения к врачу и начал бы я с психотерапии. Как, ну вот, как минимум бы начал с психотерапии, а там дальше, в принципе, уже можно было бы разобраться в том, что вам делать дальше, и чего вы хотите, и как вам себя вести, что вам делать, вот, в каком направлении двигаться и так далее. Вот. Потому что сейчас, на данный момент, ну, да, вы задаете, конечно, вопрос, и в этом смысле вы, ну, вы молодец, что задаете вопрос этот, но если вы именно ищете вот, способ решения, если именно ищете способ решения, то они такие. Вот. Если вы просто захотели поделиться, вот, тем, что вас беспокоит, хорошо, но это никуда не ведет. Вот. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Я желаю вам удачи, всего самого доброго. Обязательно постарайтесь подумать над тем, хватает ли в вашей жизни интереса, хватает ли вам в вашей жизни увлечений, потому что есть у меня такое подозрение, что нет, есть у меня такое подозрение, что не очень вы своей жизнью интересуетесь, буду рад ошибаться. На этом все. Удачи вам, всего самого доброго.